Аудиотека всемирной литературы представляет. Антон Павлович Чехов. Добрый знакомый. Вы можете поддержать автора канала лайками, комментариями, подписками на канал в Бусти. Ссылка на канал в описании прямо под видео. Приятного прослушивания. Добрый знакомый. По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует. Живи и наслаждайся, человек, одним словом. Но дудки! Говорит судьба в лице моего доброго знакомого. Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с ней. Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки. Так хороша, страдаю и в то же время наслаждаюсь. О, любовь! Но, дудки... Мимо нас проходит наш департаментский отворяйло и запирайло, наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи. «Холодно, ваше высокоблабло, натишка вы, хе-хе-с». Я даю ему 2 гривны. Это любезность трогает его до нельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом: «Очень мне жалко вас, обидно, ваше благородие. Страсть как жалко, точно вы мне, сынок. Человек вы золотой, душа, доброта. Смиренник наш, когда на медне он превосходительство, то есть накинулся на вас, тоска взяла, ей-богу. Думаю, за что он его? Ты и летя, и молокосос, и тебя выгоню то да сё. За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было, ей-богу. А я гляжу, и мне жалко. Ох, у меня всегда сердечность чиновникам». И, обратясь к моей соседке, Спепси прибавляет: «Уж больно они плохие у нас насчет бумаг-то. Ихнее-то дело в умственных бумагах, либо по торговой части или по духовной, ей-богу. Ни одна бумага у них толком не выходит, все зря. Ну и достается на орехи, сам заел его совсем. Тронуть хочет, а мне жалко, их благородие добрые». Она смотрит мне в глаза с самым обидным сосредоточием. «Ступай», — говорю я, Спепсипу задыхаясь. «Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил каналья. А в стороне за голыми кустами сидит ее папенька, слушает и гласеет на нас, чтобы я впредь до титулярного не смел и думать, а...» На другой стороне за другими кустами прохаживается ее маменька и наблюдает за ней. Я чувствую эти 4 глаза и готов подохнуть. Антон Павлович Чехов. Добрый знакомый. Читал Джахангир Абдуллаев. 21 июля 2022 год.